И всем привет, ребят, с вами Мистер Вакси, новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен новому ивентику, и я сегодня вместе с вами буду покупать э, спецушку с новым ивентом, посмотрим, куда меня закинет, посмотрим, что нам этот замечательный ивентик сегодня предложит. Ну а вы, если вам подобного рода видос нравится, если вы ждали это видео, то обязательно поддержите данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкодеров, для этого настройка игры в аккаунте установите личный так, так, темп. дальше оформляйте покупку в магазине. Ну и заполнять форму, которая есть в описании. Ну а мы э, переходим в магазин. Чтобы приобрести спецушку, которая называется клеймо за 700 тонн И мне как раз таки должна выпасть фракция. Шерифы или бандиты. Не знаю, насколько быстро она появляется. Не смогу ли я сразу же здесь моментально увидеть свою фракцию. Но в любом случае, наша сегодняшняя задача это как раз таки приобрести эту спецушку. Ну и посмотреть, сколько нам надо на все, про все здесь э, вот этих вот замечательных патронов. Всего нам надо 60-очка. Вчера я просто на этот сайт не зашел. Так, ну и есть бойцы, которые уже тут по 50 втушили, да. То есть, по сути, нам надо м -м, покупать за кристаллы, либо за танкоины дополнительные патроны. То есть, пятерочка патронов стоит у нас 600 тысяч. И с спецушки, то есть с вот этих вот еще заданок у нас есть возможность залутать 20... Сколько получается? 24. Значит, 24 патрона. Значит, мне надо 36 патрончиков, чтобы залутать все призы. 36 патронов по кристаллам. Это сколько у нас выходит? По 5 на сколько это получается 5 на 600 это это получается у нас Где эти патроны 5 на 600 так это значит сколько мне надо 6 7 7 7 на 6 4 200 и плюс еще один 200, 4 короче, с половиной. Грубо 4,5 с половиной миллиона мне надо. 4,5 с половиной миллиона за ивент дают мне возможность залутать скин контейнер. Скин контейнер. И все вот эти вот замечательные призы. За исключением Хантера, Фриза, Легаси, который у меня есть. И Фриза, Пульсар. Фриза, Пульсар можно получить только в том случае, если я окажусь как раз таки в команде, которая будет выигрывать, да, то есть по сути мы можем в этом видосе поставить ну небольшой для вас челлендж, да, то есть каждая, пусть будет сотка лайков, это покупка э, как раз таки пяти патронов, да? то есть как только у нас будет выходить видос с этим ивентом, я буду покупать за лайки эти самые замечательные патрончики. То есть сотку набираем, пятерку врываем. Сотку набираем и еще пятерку врываем. И так далее. Это вам чисто для мотивации, чтобы я тоже, может быть, помог команде там, либо еще что-то. Завтра также, я думаю, что будет видеоролик уже по этому э Ивенту, когда мы уже узнаем фракцию. Сегодня мы ее, я так понимаю, уже не дождемся. Ну и э, также, да, расскажу один лайфхак, как э, лучше всего проходить этот ивент. О, у меня, кстати, появились все эти э, коробочки, да. Здесь, значит, ультраконтейнеры даются. Сколько здесь? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 ультраконтов. Это скин-контейнер, да, я так понимаю. Это у нас скин-контейнер. Ну и здесь дальше звезды, рельса, пульсар. А фриз-пульсар где? А где фриз-пульсар? Не понял. А, фриз-пульсар а, фриз у нас дается здесь за командный же точно зачет. Точно, я забыл. Всем забыл, что фриз за командный зачет. В целом, как-то так. Пишите, за кого попались вы. Сколько вы уже тушанули патронов? Будете ли проходить этот ивент? Будете ли лутать призы? Хотя, даже если честно, размен скольки получается? 500. То есть, если я 45 лутаю, да, дальше после 45 у нас получается размен кристаллов на ультраконтейнеры. То есть, 120. 120 тысяч, 120 тысяч кристаллов размениваются на один ультраконтейнер. Блин, ну это как-то жестко даже, если честно. Один ультраконтейнер по 120 к Блин, ну это... Это максимально, если честно, невыгодно. Но посмотрим. Подумаем, если активность у нас будет набираться, то будем тушить, ну и плюс помогать фракции, чтобы выигрывать в рамках этого ивента. Если что, сторону тоже всегда здесь поменять можно. Поэтому будем следить, будем выполнять заданочки, ну и тушить те самые заветные патрончики. Пишите все свои мысли, обязательно поддержите данный видос лайком, оформляйте подписочку на канал. Если вы еще вдруг не подписаны, Но у меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.